Привет, ребята! Сегодня снова Sony Vegas и будем заниматься замедлением и ускорением видео. Давайте откроем наше видео. Например, вот это. Вот оно. Притянем его, как я обычно и монтирую. Значит, смотрите, вот. Вот такое вот видео, и нам нужно его сделать или добавить скорость, или же замедлить. Например, нам нужно вот этот клаптик. Только этот клаптик ускорить и все. Вырезать. Подтянуть. Сори. Подтянуть. Вставить. Ctrl-V. Желательно нажать Ctrl-V. Теперь зажать клавишу на клавиатуре Ctrl. И навести на конец видео. Здесь, если мы делаем вот так, оно будет медленно. Если сделаем вот так, будет быстрее. Теперь, давайте посмотрим. Мы сейчас ускорили видео. Давайте посмотрим, что с этого получилось. Давайте еще ускорим его. Давайте замедлим. Как вы поняли, еще можно увеличить, зажать Ctrl, кнопку Shift и перевернуть наше видео. Так нам, как мы хотим. Вот так. И кнопка Shift. Она у нас будет ровно. И теперь, например, растянуть. Еще Shift зажать. Вот. Думаю, это видео вам будет полезно.